Привет, меня зовут Лиза, я учусь в Янском транспортном университете на специальности электронная коммерция, и давайте проведем один день вместе. Всем привет, давайте немножко расскажу, какой сегодня у меня учебный день. У меня сегодня будет три пары. Это экономика, физкультура и вечером предмет по выбору — это по медиа. Кончилась физкультура, а теперь у нас есть 15 минут, чтобы добежать до другого конца кампуса на экономику. Пришли есть ваймен, будем есть малатан, место, где ты сам собираешь себе наполнение для твоей лапши. Вот. И всем приятного аппетита! Все вышло на 26 Это был один день со мной. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем пока, увидимся в Китае.